Всех приветствую на моем канале. Хочу немного рассказать о моем курсе по самому популярному фреймворку на PHP Laravel. Чем я был замотивирован в записи курса по Laravel с нуля? Ведь подобных уроков и так немало. Во-первых, в большинстве случаев не актуальны уроки с использованием Laravel версии 6 и даже 5. Мы же будем использовать последнюю, 8-ю версию. Во-вторых, непрофессионально. Ощущение просто пересказа по учебнику, остается много вопросов. А я постарался донести все простыми словами, максимально все разобрав. В-третьих, слишком много лишней информации для базовых знаний. Я же дам вам основную базу для понимания основ фреймворка, после чего вы сможете улучшить свои знания самостоятельно. Что вас ждет в 7 уроках по Laravel, на которых мы создадим простой сайт? Мы изучим основы маршрутизации, будем использовать Eloquent модели, работать с миграциями, сидами и фабриками. Поработаем с Blade шаблонами и компонентами. Изучим запросы и создадим свои form request. Научимся отправлять email уведомления. А также создадим свою админ панель для управления контентом. Все, что вам потребуется для изучения, это базовые знания PHP, баз данных и среда разработки, удобная вам. О себе могу сказать, что работаю в веб-разработке уже 10 лет, использовал множество фреймворков, но как только добрался до Laravel, понял, что это мой выбор и делаю проекты только на нем. Думаю, после моего курса по Laravel с нуля вы пополните ряды фанатов Laravel вместе со мной.